Всем добрый день! Вы на канале Коты и Цветы. Сегодня я ездила в цветочный магазин и хочу вам показать, какие у меня теперь появились новые растения. Я в начале этой недели ездила в Леруа Мерлен. Видео тоже есть на канале, но там прям вообще ничего не понравилось. Кто не видел, посмотрите. Там вовсю уже подготовка к Новому году. Растения как-то так немножко подзаброшены. Но вот сегодня в цветочном магазине у меня ситуация была обратная. Мне понравилось очень много всего. Ну, я бы еще с удовольствием там пару растений приобрела, но я ограничилась термосумкой. Она у меня одна. И вот сколько влезла в нее, столько купила. Так, в маленьком пакетике. Такой вот милый суккулент. Ой, немножко он сломался. Ну, я вообще суккулентами так не очень увлекаюсь. Одно время мне нравились. Я покупала себе, у меня была коллекция там ахиверии, чеверии, как там, в общем, забыла. Но потом как-то я от них отошла. Не то, что мне не нравится, но, в общем-то, с ними... Забот тоже хватает, потому что они вырастают, вытягиваются. Возможно, моих ламп не хватало им. И это все нужно было постоянно переукоренять, вот чтобы были такие красивые макушечки, розочки. Что делать с низом? И листья тоже вот эти нижние выкидывать жалко, начинаешь оставлять. Они потом дают кучу деток, и что опять с ними делать? Ну, в общем, как-то я так их всех... скопом отдала, и какое-то время вообще не было. Но иногда все-таки я покупаю. Это в основном происходит после того, как я себе какое-то красивое кашпо куплю. И мне хочется сделать композицию. Тогда я вот какие-то суккулентики все-таки покупаю. Ну, так случилось. В этот раз я увидела в фикс-прайсе такое красивое. Сейчас не покажу вам в другой комнате. В общем, такая плошечка, вообще-то это подсвечник, но я вот прям увидела такую, можно в ней очень красивую композицию суккулентов сделать. Чем, собственно, я в ближайшее время и займусь. Итак, купила эчеверию Таурус. Ну, надеюсь, передает камера. Она такого темно-бордового цвета, красивая. Ну вот тоже, вот сейчас она красивая, главное, чтобы она потом не позеленела. Также я для своей композиции купила Делосперма эчинатум. Такие вот, не знаю, когда же, такие пушистики. Красивенькие, они не колючие, такие мягенькие именно. Вот что-то такое вот мне тоже понравилось. Подумала я, что будет хорошо смотреться. Называется Седум Компактум. Ну да, такой компактненький. Такие шишечки красивые. Такие вот суккулентики. И два больших растения. Так. Первое. Надеюсь, не померзла. У нас сегодня минус 5 в городе, но там по улице не очень долго их несла. Надеюсь, что все хорошо. Так. Я немножко пошуршу. И здесь у нас такой вот красавец антурум. Это карликовый сорт. Называется Лили. У него такие небольшие цветочки. Покрывало нежно-розового цвета. Очень мне понравился. Там в магазине было в трех размерах. Это самый маленький я взяла.
По стоимости, если кому интересно, 1100 стоит это растение. Ну, в принципе, для туриума, для относительно нового сорта, в общем-то, цена нормальная. Вот такой красавчик. И последнее. Так. Это фикус. Если честно, я ехала изначально за другим фикусом. Ну, я посмотрела в интернете, у этого магазина есть группа ВКонтакте. Я, конечно, предварительно смотрю, что я там буду выбирать. И я хотела сначала купить фикус Лирата Бомбина. В принципе, мне тоже он так недорого стоил. Но когда я приехала, стала его смотреть, что мне не очень понравилось, потому что все листья были в каких-то белых таких точках. Но как-то очень подозрительно. Вроде, конечно, насекомых как-то не видно было, но все-таки я не стала брать. А рядом стояли вот такие вот фикусики. А, называется Белис, если я правильно читаю. Фикус эластика Белис. Такие вот у него красивые листочки с варигатностью. Акустик очень хороший. Мне понравился такой толстенький. Раскручивает новый листик. Тут вроде как тоже сбоку еще детка лезет. В общем, такой очень-очень хороший. И вместо Лираты Бомбина вот я взяла именно его. Вот такие вот у меня сегодня покупочки. Очень приятные, очень поднимающие настроение. Довольна я приобретениями. Так что вот и с вами тоже своей радостью поделилась. И спасибо всем за просмотр. И до новых встреч на моем канале.